4-5 у нас сегодня игра происходит. Кентукки даже не думает вчетвером играть. А, нет, все-таки. Нет. Итак, друзья, всех приветствую в лиге АБЛ. Дивизион Изи. Встречаются команды Мельбурн против Кентукки. Не знаю, наверное, будет все-таки разнос. От Мельбурн. И сразу Кентукки выигрывает сбрасывание стартовое. Мельничук с мячом. Находит передачу на Кирина. Хорошая передача под кольцо. Авраменко с мячом. Находит Жужнева. Жужнев с дальней пробует. Сразу мимо. Кирин с мячом. Кирин. Мельничук в проходе. Неточную передачу вырезает, но Яналов ее подхватывает. И Мельничук забивает 2 очка. Так неудобно. Сейчас это как раз подушка. Так, ЦСКА у нас липовые под командой Мельбурн в атаке. Жужнев с дальней пробует. Промахивается. Жужнев Станислав. Кентукки в атаке Кирина Иванова. Я думаю, самая лучшая игра в моей жизни сегодня произойдет. Кирин с дальней пробует, мажет. Старостин добивает. Какой Старостин? Запреев. Запреев два забивает. Мельбурн в атаке. С левой руки зарабатывает. Какой там номер? Не понимаю. Мариев Андрей, видимо. А, Блажевский Сергей. Что у нас происходит? Так, ладно. У нас в атаке Кентукки. Иванов с мячом находит Кирина. Кирин дальше на Мельничука. Мельничук. 3. Мельбурн в атаке. Жужнев Станислав сразу с дальней промахивает. Иванов с дальней. Не попадает, к сожалению, в атаке Мельбурн. Сразу со средней. Не
попадаю. Вожевский Сергей. В атаке Мельбурн. Блажевский Сергей с мячом. Дальше. Макулин находит Жужнева Станислава. Дальше на Блаженского. Блаженский трехочковый мажет. Кирин на подборе. Кирин, наконец. Так, в атаке Кентукки, Кузнецов у нас 8-ю площадку, также 88-й номер, Варару, Саша, дальний бьет, как раз таки зарабатывает 3 очка для себя, 88, 3-3. Так, в атаке Мельбурн, идет проход Макулин, находит скидку Авраменко, зарабатывает на себе фол. Авраменко из лицевой, находит своего партнера и забивает 2 очка. Так, не попадает команда Кентукки, так и владелец за ними, Иванов с мячом, находится Кузнецова. Кузнецов дальше на Иванова. Иванов в проходе. Хорошая скидка под кольцо. Шурыгин. Булахтин получает блокшот. Авраменко. Идет проход Авраменко, плотно его опекает, но потери делают в итоге. Булахтин на перехвате, Иванов все-таки сохраняет для себя владение. Кузнецов с мячом, находит скидку на своего партнера, Иванов. Хорошая скидка за спиной, на Яналова, но она не дошла. Булахтин поборолся. Кузнецов, Яналов. Жужнев Станислав с мячом. С дальней пробы. Забивает 3. Иванов находит скидку на Марару. Дальше на Иванова неточная передача. Смотрите, у Кентукки тяжелую форму. Глотов Дима. Авраменко зарабатывает на себе фул. Так, не жильцы, наверное, будет убраться. Так, 2 штрафных. 2 штрафных будет. Авраменко не забивает первый. Забивает второй Авраменко. 13-8 на счет. Кузнецов с мячом. Находит Марару. Марару в дальний. Промахивается. Глотов там на подборе. Неточную передачу делает. В итоге Саша получает блокшот.
Балахчин находит Иванова. Иванов дальше на Кузнецова. Балахчин. Хорошая стыка от этого Иванова. Увидел его под углу. И Иванов 3. Сказалось на нем, видимо, то, что в символическую пятерку вошел в неделю. Иванов. Не попадаешься, да? Ты же Жужнев вторую оформляет. Тайм-аут берет команда Кентукки, друзья. Вернемся после тайм-аута. Так, друзья, мы продолжаем. Зельцов будет играть Кентукки. Кузнецов начинает атаку. Кузнецов находит Сергеева. Дальше под кольцо на Булахтина. Хороший показ и не попадает. Обидный бросочек, Жужнева Олегу надо разгонять. Дальше находит своего партнера по команде. Не попадает Мареев. Кузнецов. Идет проход Кузнецов. В итоге потеря опять-таки от Кентукки. Не попадает. Как не попадает Мареев из-под кольца? Булахтин. Кузнецов причем. Проход скидку нет, не доходит скидки до Глотова. Кузнецов, что ж такое, прям мяч вылетает из кольца. Но Булахтин дорабатывает и забивает 2 очка. Авраменко с мячом. Авраменко со стебэка 3. Мажет. Кузнецов находит скидку на Сергеева. Сергеев со средней промахивает. Глотов там на подборе дорабатывает. Красавчик. Очень красиво сейчас исполнил Глотов Дмитрий. Так, и атака за Станиславом идет. Находит своего партнера Мареева. Дорабатывает на телефон Мареев. Авраменко вместе с мячом. Проход, неточная передача. В итоге Кентукки владеет мячом. Сергеев. Так, Сергеев опять оставляет на средний, но он когда-нибудь попадет. Надо все-таки акцентировать свое внимание на защите. В атаке Авраменко находит скидку на Олега Жизнева. И Олег на себе фол зарабатывает. Станислав с дальней Жизнева. Ладно. Станислав. Атака за Кентукки. Кузнецов. Находит скидку на своего партнера. И Запреев. Как не попал, Булахтин там на подборе борется. Булахтин спалил. Два броска у них будет исполнять Жужнев Олег.
сосны. Не забивает первый. Сейчас тоже мимо, 5 секунд до конца. Быстрая атака. Сергей Базар. Вот там. Заканчивается время, друзья. Первый четверть подходит к концу. 17-1 счет. Вернемся во второй. На себя будет. А, я не расслышал просто. Погромче можешь сказать? АБЛ лучшая лига. Вам зарплату не поднимут. А? Подняли? Да ладно. Он обманывает. Так, ЦСКА, ой, какая ЦСКА? Мельбурн в атаке. И забивает Жужнев, Олег. Теперь Федоров с мячом. Понимаю, понимаю. Жужнев, Станислав с мячом, находит Авраменко. Авраменко. Сейчас на него плотно опекает. Но Авраменко все равно находит для себя лазечку для прохода. Так, Кентуки, Бейкин с мячом, находит Федорова. Федор хорошую передачу делает на мячка, тут дальше Бейкин, 3. Забивает Бейкин. Потеря. Бейкин опять. Все-таки остается владение за Кентуки. Дальней пробы. Забивает Федоров. По всей площадке, смотрите, взяли Кентуки. Это получается старости. 2 очка забивает. Друзья, ну все, капец, капец. Мельбурну сейчас настанет. Авраменко. Все происходит. Потеря делает Мельбу. Сергеев зарабатывает на телефон. Жор, тебя звали. Гриша. Федоров находит Мельничука с дальней. Мажет. Бейкин на подборе с дальней. Мажет. Мельничук на подборе. Федоров. Бейкин. Идет проход. Ну как не попадает? Сергеев на подборе. Не попадает. Ребята, я скинул. Мельничук находит Бикина. Бикин на средний, находит Федорова. Федоров должен забивать, не попадает, к сожалению. Ложевский не точно передать делает. Федоров.
отказал, слышишь? Ты брату его отказал, Жор? Брат его отказал, и Олегу дал. Дебил, у меня умирает, по ней не написано. За Мельбурн? Да, так. Почему? Иванов с мячом. Находит скидку на Мельничука. Мельничук. Дальше на Иванова. Никуда не торопится Иванов. После бэка. И Бикин, чем это есть. Идет проход. Дальше на Иванова. Мельничук. Будет ли три? Находит Кирина. Кирин находит Мельничука со средней. Голочка забивает. Странно, что у нас Шругин не выходил на площадку. Станислав с мячом. Дальний бросает. Бэнг! Забивает. Иванов. Дальше на Мичука. Мажет. Ложевский на подборе. На проход Ложевский. Скидка. Авраменко. СТБК. Авраменко. В один голос с тобой. Бикин. Я тоже, прикинь. Бикин. Мажет Кирин, к сожалению. А, в атаке. Жужнев Олег. Промахивается. Бикин на подборе. Сейчас находит передачу на Мельничука. Дальше Иванов открытый. Со средней будет ли? Нет, трехочковый. Мельничук попробует ли со средней? Да, попробовал. Забивает два. Зарабатывает на себе фул. Авраменко. Пробежку делает Мареев. Друзья, ну мне очень нравится комментировать такой матч. Очень интересно. Мельничук. Находит скидку на Иванова. Дальше на Кирина. Два очка все-таки. Попадает Кирин. Станислав с мячом. Находит скидку на Олега, своего брата. Авраменко. Авраменко. Дальний сразу бросает. Очень мимо. Кирин. Хорошо, скидка. И тут зарабатывает два очка за премию. Атаки Жужнев. Олег. Хорошая работа, Олег. 33-16 на счет. Кузнецов. Иванов в проходе. Зарабатывает на телефон. Первый Иванов.
ЦСКА. Кузнецов с мячом. Это проходит Кузнецов, находит Иванова. Иванов в угол идет. В итоге ищет передачи. Ну, блокшот получается. А, нет, это все-таки передача была. Передача от Иванова. Блажевский. Всех накрутил. Не точно скидку отдал. Зарабатывает на телефон. Денис. Так, Мариев у нас стоит на линии софты. Иванов причем находит передачу на Марару. Марару с дальней бьет, мажет. На подборе Яналов там все-таки блокшот получает, и Марару тоже блокшот. Кузнецов. Дальше на Марару. Шурин с дальней пробует. Мажет Шурыгин. Абраменко с мячом. Находит Жизнева Олега. Так, из лицо будет заносить Мельбурн. Ложевский. У мяча. Нет, все-таки Жильцов будет выносить. Опять же, Руднев Олег с мячом. Находит Авраменко. Хороший показ и не забивает, к сожалению. Макулин Роман. Иванов в атаке, с дальней, нет, от этой передачи на Яналова, тут Шурыгин свободный, и Марару, два очка забивает. Чуть больше минут у нас остается до конца второй четверти. На линии стоит у нас Макулин. Здесь не хочешь покормить? Я заметил. Не забивает, к сожалению, второй. В итоге подбор за Мельбурн. Блажевский с дальней мажет. В итоге атака за Кузнецовым идет. Кузнецов находит скидку на Яналова. Дальше на Шурыгина. Иванов с мячом. 15 секунд до конца. Иванов. Заслон от Яналова. Хорошая передача на Яналова. И 2 очка забирает. Кузнецов. Базер. Thank you.
короче, урежем тебе зарплату. Федоров с мячом. Находит передачу под Мельничука. Федоров три забивает. Ну пожалейте, ребят, молодых ребят из Кентукки. По всей площадке взяли они. И Булахти. Булахти получает пол. Ложевский. Красавчик. Два очка забивает. Федоров с мячом. Находит Мельничука. Мельничук. Не забивает, к сожалению. Но на подборе опять там на перехвате, имею в виду, за прием поработал, и Мельничук добивает. В атаке ЦСКА. Мареев. Пробежка. Да, пробежка делает Мареев. 13-13. Федоров с мячом. Хорошо спика на Мельничука делает. Мельничук. Промахивается. Мельничук будет ли 3? Нет, надо это на Федорова. Федоров. Под кольцо. Красавчик. Федоров забивает 2 очка. И Федоров на перехвате. Находит Балахтина. Балахтина, извиняюсь. Сергеев. Потому что скидка под кольцо и получает блокшот Блахтин. Но будет ли на подборе опять дорабатывать? Нет, все-таки зарабатывает на себе фол. Федоров, да. Вообще просто шансы не дают ребятам из Мельбурна. Мельничук, хорошая скидка под кольцо, Сергеев 2 забивает. Не хочешь покомментировать? Жужнев с мячом. Потерю делает Сергеев. Забивает Запреев. Потеря Федоров. 2 очка забивает. Мельничук со средней, со стебека, 2 очка забивать. Это вообще ужас. Ужас какой-то. И потери делает Мельбурн. Заканчивай, Жорж, заканчивай. Сергеев с мячом. Сергеев в проходе, хорошая скидка на Булавкина. На фол на себя зарабатывает. Двадцать два уходит, пять выходит. А, пошутил. Пошутил, пошутил. Блахтин на линии штрафных. Не забивает. Забивает первый. Посмотрим, забьет ли второй. Второй тоже может Булахтин. И присаживается на скамеечку запасных Булахтин. Федоров.
со скидкой на запривы, но не попадает, к сожалению, он. Только ЦСКА в атаке. Нет, точно. Передача уже от Макулина. Федоров. На Запреева. Запреев. Ну как не попадает-то? Из-под кольца. Блажевский. И Блажевский справляется. Перехват делает. Блажевский. Жнев Олег со средней. Два забивает. Федоров с мячом. Федоров находит скидку на Глотова. Нет, точно. Передача от него пошла. Блажевский с мячом. Блажевский с дальней. Очень мимо. Сергеев на подборе. Сергеев не попадает. Авраменко с мячом. Находит Блажевского. Дальше под кольцом на Олега. Не попадает. Олег, друзья, ну очень интересная игра. Я прям не могу. Шурыгин с мячом. Находит Федорова. Федоров дальше. Вот он. Два очка забивает. Шурыгин с дальней будет ли три? Забивает. Так, из ЦСКА не точно передача Блажевского. Замена в команде Кентукки. Присаживается Запреев вместе с Сергеевым. Выходит Яналов и Иванов. С мячом Федоров. Сейчас скидка на Иванова. Дальше на Шурыгина. Федоров, Яналов, Шурыгин, Иванов. Три. Мажет. Жужнев с мячом. Идет под кольцо, находит своего партнера, не попадает, к сожалению. Макулин. Федоров с мячом. Находит Иванова. И из-под кольца Глотов зарабатывает два очка очередные для себя. Блажевский. Авраменко с дальней. Очень мимо. Это, наверное, передача была. Согласен Кузнецов с решением судьи. Забивает первый. Алиев. Второй тоже забивает. Мареев. Иванов с мячом. Находит Кузнецова. Кузнецов на Иванова. И точно передача на Глотова. В итоге Иванов с мячом. Шурыгин 3. Мажет. Иванов. Шурыгин. Зарабатывает на себе фол. Шурыгин. И встает на линию штрафных бросков. Сейчас будет два броска пробивать. Thank you.
Иванов находит Блажевского. Блажевский под кольцо на Мариева. И Мариев 2 с полом забивает. Не забивает Иванов с мячом. Находит скидку под кольцом Иваналова. Иваналов, пейнтбол. Двадцать один. Не смог забить 3 очка в одной атаке, но все равно подбор за Кентукки. Иванов в дальний. Маже. Иваналов на подборе. Дальше на Шурыгина. Шурыгин 3. Забивает. Блажевский под кольцом, глушок получает. 45 секунд до конца третьей четверти. Ждем Станислав с мячом. Авраменко, 25 секунд. Все-таки играет команда Кентукки. Жуждев. За своего брата Станислава. Пять секунд. Яналов. Два очка забивает. И третий сетер подходит к концу. Жор, не хочешь покомментировать? Давай. Дрис, а можно я сяду? Жестко, справедливо. Жестко, но справедливо. Врач, доктор, не хотите покомментировать? Покомментировать не хотите? Амёбы. Да. Четвёртой четверти. Произошел украденный мяч. Станислав у нас из-за боковой. Время, Гриш, ну не спи, твою ж мать. Я не хочу до 30 секунд позже. Так, Мельничук с мячом. Мельничук с дальней мажет. Красные? Да они сдохли уже. Авраменко. Хорошая скидка. Жужнев Олег забивает 2. Ну, возможен камбэк в этой встрече. Мельничук забивает 2. Авраменко находит Блажевского. Блажевский идет в атаку. Неточная передача на Амараро. Авраменко тоже неточная передача. Мельничук. Амараро со средней. Иванов блокшот ставит.
шот получает. Заработал на себе фол Мареев. В итоге Запреев спалил. Станислав не попадает, к сожалению, со средней. Иванов с мячом. Иванов с дальним. Жужнев Олег не попадает. Иванов из-под кольца находится. И его Марару с дальнего. Иванов, три. Иванов наконец-таки забивает трехочковый. Запрес у нас. Получил фол. Авраменко с мячом. Авраменко. Красиво мог сделать, но не попал, к сожалению. Булавкин. Находит Мельничука. Мельничук. Промахивается. Запреев надо забивать, но он просто подборе фармит там. Все-таки выходит из зоны, но потери делает Мельбурн. В атаке Кентукки, Мельничук. Неудобно. Федота, Федоров находит Булахтина. Не попадает, к сожалению, Булахтин. И Федоров опять передачу новичка делает. В атаке Мельбурн. Жнёв на Станислава. Булахтин, видимо, боевые курсы закончил. Что такое? Спасибо. А чё она не складывается? А, так, оставим. Так, Мария с мячом. Не забивает первый. Мария второй. У номера 22, 4 персональных. 22. Мельничук с дальней заряжает. Это передача была на Марару, видимо. Иванов с дальней. Забивает три. Иванов. Ну, сотка будет, я думаю. И 16 очков смогут набрать за 6,5 минуты. И забивает Лазецкий. В итоге у нас выходит Бикин Евгений. Вместо Иванова. Федоров. Марарус дальний. Марс Блахтин на подборе. Дальше на Мельничука, Федоров, Марару, Бикин, Марару. Марару со средней. Передача на Мельничука. Мельничук опять фармит подборы. Блажевский. Под кольцо, хорошая скидка.
Ай-яй-яй, как не забил сейчас. Лежнев Олег. Двадцать два сел. Не забивает первый Журнев. Федоров находит Марару. Марару на Глотова. Хорошая передача под косом Марару. Федоров 3. Забивает Лихачковый. Журнев с мячом. Пятый фол командный. У Кентуки. Станислав у нас на линии страстных бросков. Очень увлекательная игра. Забил первый. Я думаю, все-таки камбэк, да. И камбэк будет. Но не в этой игре, и сегодня. Рыгин находит Глотова, под кольцо Глотов. Федоров находит Бикина, тут Марару с дальней. Бэм! Забивает 3. Шестой командный фол. Марару у нас присаживается на скамеечку запасных. Станислав первый забивает. Второй тоже забивает. Что творишь? Федоров, Кузнецов, Федоров, дальше на Бикина, Бигин 3, мажет, Авраменко, вот Блажевского, Блажевский, Кендуки в атаке, Бикин, находит Федорова, Глотов, 2 очка забивают. Кузнецов на перехвате работает. Федоров 2 забивает. Потеря. Кузнецов на Федорова. Сурыгин зарабатывает на все. Первый. Второй забивает Шурыгин. Жнёв Станислав находит Авраменко. Два броска будет Авраменко исполнять. Первый забивает за Авраменко. Тренер. Он там показывался. Капец, тренер крутой, да, у них?
забьют, забьют. Выгонят. Виноват заплатит. Я сделал так, что получили, да? Так, Кузнецов у нас за боковой. Понятно, комбинацию нарисовал тренер, но все равно Федоров находит Кузнецова, дальше на Шурыгина, Шурыгин 3, забивает, забивает, Жизнев мажет, Бикин. Потерю делал Кузнецов на перехвате, Флоутер бросает. Ну как расслабились ребята из Мельбурна, 104 очка. 104 очка, друзья. Да вы что, гоните? Вы что? Заканчивается наша игра. Это была очень увлекательная встреча, друзья. Поздравляю команду Кентукки с победой. До новых встреч.